Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я хотел бы поговорить о а, совместной дисциплине. Как происходит процесс коррекции или наказания а, ну, в стандартной семье? А, допустим, папа сидит смотрит телевизор, мама готовит кушать или там занимается какими-то другими домашними делами, а ребенок целенаправленно, пытаясь привлечь внимание родителя, ну, например, портит мебель или делает еще какие-то гадости. Градус напряжения у обоих родителей поднимается, поднимается. И в зависимости от того, у кого какой уровень э, сдержанности, кто-то первый срывается. С дивана, например, ну, скорее всего, вскакивает папа, берет ремень, объясняет ребенку с криком и раздражением, что то, что он сделал, это плохо. И садится опять на диван, продолжает смотреть телевизор. Плачущий ребенок начинает его раздражать еще больше, он отправляет его стоять в угол и продолжает смотреть телевизор. Я нарисовал эту ситуацию не для того, чтобы показать, насколько папа равнодушен. Нет. Я хочу, чтобы вы увидели в этой картине неправильный подход к дисциплинированию. Дело в том, что когда мы с вами говорим о дисциплинировании, а не о просто избиении, да, и там или срыве своих раздражений, своих эмоций там, и так далее, нам необходимо понять, что мы должны пройти весь этот процесс вместе с нашим ребенком. Начиная с того, что вы отвлекаете его, то есть вы его забираете из того процесса, в котором он находится, да, то есть, например, он там, ну, опять же портит мебель или рисует по обоим, вы забираете его, второй этап, вы начинаете объяснять ему, что это неправильно, потом вы объясняете, почему это неправильно, затем вы объясняете, что сейчас ребенок будет наказан и почему это необходимо, потом вы его, собственно говоря, наказываете, и дальше вы... Обнимаете его, целуете, объясняете, что вы любите, что это необходимо было не для того, чтобы причинить боль или страдания, а чтобы научить его дисциплине. И после этого, чтобы закрепить, так сказать, результат, нам необходимо провести с ним время. Поиграть, почитать, показать ребенку, что он важен для вас а не просто вот этот вот формальный порядок, который установлен у нас в доме. Вот это и есть весь процесс дисциплинирования, мы чуть позже будем об этом говорить, и его обязательно нужно пройти вместе. Нельзя делегировать, например, мама предупредила, папа поговорил, наказал, а мама жалеет. Мы разрушаем тогда э, очень многие вещи, в том числе и авторитет отца или матери. Мы Помните, я говорил, когда начинал, что наказывать, дисциплинировать ⁇ это прерогатива отца. И поэтому именно мы должны этим заниматься от начала и до конца, проходя этот путь вместе с нашим ребенком.